В Краснодаре на территории колонии номер один обнаружили тайное кладбище. На могилу наткнулись сотрудники исправительного учреждения во время хозяйственных работ. Все похороненные в ней умерли насильственной смертью, как считают эксперты. Кто же мог найти последний приют в земле тюремного двора и почему их казнили варварским способом? Ответы на эти вопросы искала Ольга Тимохина. 30 лет в Краснодаре массово и безвестно хоронили жертв гражданской войны, коллективизации, голодомора, репрессий и Великой Отечественной войны. Историки уверены, страшные приветы из прошлого еще будут. Ольга Тимохина, Алексей Абрамович, Иван Муронов, Вести Кубань, Краснодар.